Всем привет! Сегодня хочу осуществить свою давнишнюю задумку по замеру скорости разгона автомобиля Kia Sorento 2005 года выпуска. 3,5 литра мотор V6. По паспорту 190 с копейками лошадиных сил. Тест хочу провести чисто на заднем приводе и на полном с зажатой, скажем так, муфтой, то есть с блокировкой межосевого дифференциала, так сказать, чтобы 50 на 50 было наперед и назад. Так, пробуем. Сейчас машины проедут. Дорога мокрая. Вот я остановился до полной остановки. Тапка в пол. Пробуем снова. Так, прошу заметить, у меня машина, ну, такая не самая пустая, у меня в багажнике куча всякого барахлища валяется. И на крыше автобокс стоит. Короче, что получилось-то? 13 секунд получилось. Показал 179 HP. Что это такое? Это лошадиные силы, видимо, да? Сейчас попробую на полном приводе, потому что задняя ось пробуксовывает. Ну, дорога влажная, реально. Такая какая-то непонятная дрянь на дороге. Так, включаю полный привод. У меня здесь стоит парт-тайм вместо тода, то есть у меня здесь принудилово зажимается муфта. Сейчас машины проедут и будем стартовать. Блин, вроде вечер воскресенья, а машин, блин, как назло, дофига. Так, полный стоп и тапка в пол. В общем, задняя ось теперь не пробуксовывает. Но показало уже 14 секунд. Да, я думал, машина разгоняется, если честно, гораздо быстрее, по ощущениям. Вообще от бензина очень много, кстати, зависит. Бывает, прям зальешь хорошего, там 92-го или 95-го даже,
прям даже по ощущениям на педаль газа прям она отзывается мгновенно. Сейчас вот как-то она так подтупливает, если честно. Ну, 13 секунд, в принципе, довольно неплохо для бандуры двухтонной. Даже больше, по-моему, 2 тонн она там весит с какими-то копейками. Плюс всякого барахла в машине. Детские автокресла у меня тут. Ящик с инструментами. Багажник на крыше. Автобокс. Тоже там загружено всякое шматье ненужное. Ящик для рыбалки в багажнике. Рюкзак тяжеленный с всяким барахлом для рыбалки. В общем, вот такие пироги. Сейчас поставил другую программу. Пробуем на ней. В общем, 12:45. В общем, я думаю, где-то в 12 секунд спокойно можно выезжать. Я, если честно, даже не знаю, сколько у нее по паспорту. Ну и фиг бы с ним. 12 секунд тоже неплохо. Я знаю, что Kia Mahav заряженный на 250 кобыл. Весит он примерно там чуть побольше, на килограмм на 100, на 200. Он выезжает в 9 секунд. Mahav. Нечипованный, дизельный, который идет. Вот. То есть, в принципе, разница там 3-4 секунды не такая существенная. Машины, да, большие, конечно, тяжелые, рамные. В общем, такие дела.